Две замечательные девушки, Анна Кощук и Рената Вильчинскайте, женский экипаж киевского клуба автомобилистов Ведроджинова, сегодня принимает участие в четвертой гонке Full Gas 24 2019 года. Девушки, которые с нами, начиная с транспортно-экономического колледжа, и участвовали во многих мероприятиях и во многих соревнованиях. Поэтому прошу любить и жаловать наших девчонок, и поменьше было таких автомобилистов, которых я только что вынужден был выдавить, а побольше бы людей, которые относятся с уважением к технике, которая того заслуживает. И поэтому мы и боремся за культуру автомобилистов в нашей стране. Вот такие у нас есть традиции, вот такие у нас есть девчонки, и вот такие у нас есть события. Поэтому, друзья, наш клуб всегда открыт новым участникам. Приезжайте, будем рады всех видеть, и принимайте участие в наших мероприятиях. Увидимся!